Некоторые пункты устава партии не соответствуют статьям Гражданского кодекса. Также не определены предмет и цели деятельности партии. Однако ее представители считают, что отказывать им не имели права, так как нарушения в уставе незначительные. Несмотря на отказ Министерства юстиции в регистрации, партия «Соотечественник» повторно подаст документы на регистрацию. Ответственно заявляю, что я не первый раз устав писал. Вот такие юрисдикции проходили вот такой редакции. А теперь они говорят, нет, вы запишите только так. Поэтому мы очень обижены. Почему? Короче, пристает не в целом, вот, действительно находит ошибки, к словам пристает. Программа, предыдущая программа тоже была не зачитана. Сегодня в нашей программе никаких претензий тоже нет. А вот эти пункты, три пункта, мы исправим и снова отдадим Министерству юстиции.